Хорошо, тогда у меня к вам просьба, значит, сократить сроки, да, не убирая качество, естественно, да, желательно до 1 октября. Игорь Петрович, я сам сторонник, быстрее сделаю. Потому что, ну, мост важный. Мы сделали мост промышленный на Кемерово, должны были его сдать только в этом году, а сдали в прошлом. Хорошо, хорошо, договорились. Значит, и по количеству людей, посмотрите, если мы говорим на демонтаж, да, там, допустим, надо больше техники. Людей здесь, ну, в принципе, достаточно. Сейчас у меня еще там одна бригада освобождается. Мостик закончили. Ну, там 15-го должны. Хорошо. И еще добавили людей. И вопрос касается, чтобы мы, когда эту сторону сделать, у нас две стороны должны быть. И отмытые, и ограждения покрашены. Будет. С опорами освещения разберемся. Разберусь. Будет. При открытии будет все. Хорошо. Сергей Николаевич, у вас что-то будет? Ну, нет, мы сейчас поговорили. Обязательно. В принципе, реально. Нет, у вас понимание есть. Хорошо. Так, хотя бы на бумажном подписать, а потом уже в электронном выставить. Делай спокойно, делаем как надо. Главное, технологию не нарушать. Да! Время пошло. Как уберечь? Мотаешь.